Всем привет! Доброе утречко, добрый день, добрый вечер. Приветствую на канале Logan Play. Продолжаем прохождение игры Мстители. У нас новый Мститель. Вот эта вот дама, Камала Хан. Так, мы, кстати говоря, что тут можем сделать у Камалы? Давайте мы поменяем ей униформу. О, ну что, нормально же, да, такой? Че, вон она какая красивая. С этой жилеткой пусть побегает. Так, жесты, комиксы. Тут много комиксов мы нашли какие-то. Так, четвертый уровень, мощь такая-то. И что тут она делает? Непонятно, что они тут хотели этим доказать. Так, ну ладно, потом разберемся. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Интересно, кто тут раньше жил? Да, мне тоже интересно, кто тут раньше жил. Кто тут раньше жил? О, нормалек. Блин, ты чё? Так-то лучше. Ну нафиг, давай лучше ту оставь. Хотя ладно, ту слишком громко было. Какой, наверное, вид отсюда открывается в полете? Ну. Может, мистер Старк ее починит? Может быть, может быть. Да я думаю, до мистера Старка скоро мы дойдем. Тут, правда, тот еще бардак. Видимо, комнату использовали под склад. Надо поговорить с Брюсом. Так. Или можно тут еще походить и осмотреться, раз двери теперь работают. Пусть забудет, что видел меня в слезах. Так. Ребят, ну все-таки хочется посмотреть навыки. Так, у меня 2 очка. Тяжелая атака. Бум. Так, легкая атака, легкая атака. Стоимость, стоимость. Это что такое? Ух ты, с ноги. В рывке, так. Бум, бум-бум-бум. О, это мне нравится. Бум, с барабум, все есть у нас. Так, ладно. Снаряжение, снаряжение. Это артефакты те, да, которые я поставил. Так. У меня можно сделать вот так. Вот жилет, мощность 3. 3, доблесть, выносливость и решимость. Давайте решимость сделаем 3. Отлично, так, тоже 3. Отлично. Так, тут 2. Ага, о, хорошо, ну вот прокачали Камалку. Так, внешний вид мы сделали, там все остальное закрыто. Комиксы, ну все, в общем, в принципе, сделали то, что хотели. Ударчик прокачали. Так, вроде как бы здесь больше ничего нету интересного в комнате. Пойдем-ка мы к Брюсику сходим. Так, а где наш Брюс? Брюс, в раю. Брюсик, 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 Брюсик. Так. Это что тут, комната железного человека, что ли? Ребят, смотрите, давайте сходим, посмотрим, что на моей двери нарисовано, да? Так, кто там нарисован на моей двери? Так. А на моей двери никто не нарисован. Обидно. Так, 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 так. Тут какой-то зуголок. Опа! Брюс Беннер. Ребят, Брюс Беннер написано вон. Я вижу, да. Это Тора. Это Тора. Это кто? Без понятия. Ладно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а сюда тоже можно зайти? Не, сюда нельзя. Так, 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 так. Пошаримся, ребят, пошаримся. О, Брюс, я его нашел. Так, ладненько, ладненько, ладненько. Давайте посмотрим, а без Брюса Беннера я могу в его каюту зайти? Ну-ка.
Да, могу. Хе-хе, Брюс. Ты пока там... Комната Брюса. Ты-то... Похоже, Халк сюда не заходил. Ничего не поломано. Ну, или Брюс за ним мгновенно все убирает. Отличненько, ребятки. Я комикс нашел. Видите, как полезно заходить в чужие каютки. Так, тут изучение Халка идет, ребята, вон. Да, 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 да. Тут пипи-кака. Тут мы... Ну, в общем, не зря зашел я. О, прекрасно. О, отлично, отлично. Прокачались. Кое-что взяли. Так, ну тут я сюда точно не зайду, потому что все закрыто. Так, давайте сюда зайдем, пока к Брюсу не пойдем, пошаримся везде. И это тут что тут такое? Ну, это какой-то, видимо, может быть, этот... Нужный коллайдер, типа вот эта штука ихняя. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Еще что-то, какую-то штучку взяли. Давайте сюда пойдем, зайдем. Надеюсь, этот аппарат поможет нам узнать о моих способностях. Ну, я не знаю, честно скажу. Тут можно вырастить какие-нибудь ароматные травки. Базилик, тимьян, может, орегано. Ну, конопля там, например, да, еще. Так, ладно, пока туда не пойдем. Пока туда не пойдем. Так, еще что-то какая-то штука. Что это за фигня? Да я тоже не знаю, что это такое. Так, сюда. О, видали-ка? А мы тут не были. Как полезно. О, жилет. Ой-ой-ой, я мощный стал. А. Так, ну походу я все обошел, ребята. Только вот тут осталось. И потом к Брюсу можно пойти. Отлично. Хорошо, хорошо. Эй, Брюс, а я тут шарюсь. В новой одежке. Ты меня не узнаешь. Хе-хе-хе. О, я могу к Брюсу сюда прийти, смотрите. Отлично. Да, ребята, слушай, ну, сделана игра добротно. Очень добротно, я хочу сказать. Прям графон такой вообще нормалек. Вообще нормально. Так, тут у нас был, видимо, это... А, это этот. Ну, как он называется? Как... О, смотрите, как отлично. Здесь капитан Ник Фьюри стоял. А видите, как этот он, как капитан Кирк и вся его команда, вот тут эти, как его, стоят. Кресло. Да-да-да. Так, отлично. Еще что-то я нашел. Просто, просто супер. Ой. Простите за... Не волнуйся, я все понял. Есть успехи с, ну, вы знаете, с кем. Ты вовремя. Как раз собирался взглянуть. Можешь мне помочь? Да. Нажми на ту кнопку. Так, это мы Джарвиса пытаемся воссоздать. Ну, была не была. Добрый день, доктор Беннер. Да, есть контакт, Джарвис. Крутота! Это же компьютерный друг Тони Старка! О, просто крайне развитый искусственный интеллект. Рад познакомиться, мисс... Хан, но ты можешь звать меня Камала. Очень приятно, мисс Камала. Что происходит? Штабному столу не хватает энергии. Система находится в режиме аварийной блокировки. Угу. Видимо, я задел датчики сигнализации в лаборатории. Надо их отключить. Я этим займусь. Кого? Так, активируйте. Ага. Туда, да? Сейчас, хорошо. Подожди, что про щит-то я хотел узнать? О. Круто! Этому самое место в музее. Нет. Он вернется, я чувствую. Так. Так, нам куда-то туда, ребятки, идти. Так
вот, Брюс, что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной консоли. Ой. Ой-ой-ой, ребят, кажется, я только хуже сделала. Что-то произошло. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. Вижу. И как мне до них достать? Рукой? Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Один есть. Не так уж и сложно. Так. Так, 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 ладно. Эй, мимо. Посмотрите, что она делает. Она оставляет следы. Это круто, тень. Знаете, в одном из моих рассказов Железному человеку пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть Черную вдову. Да, неплохо. Не думала, что настоящие мстители так делают. То есть, я не настоящий мститель. Ой. Почти как... готово. Бум. Все, получилось. Теперь возвращайся. Куда? Ой. Ой, это что такое? Доступны карточки испытания героев. Выполните испытания героев, чтобы заработать очки испытания и открывать на карточках испытаний. Так, используйте, чтобы открыть меню персонажа, затем выберите карточку героя. И где? Карточки героя. Но это комиксы. Так, это не то. А, вот карточка испытаний. О, вот оно, ребята, что, смотрите, как тут. Нифига себе. А, я смотри, я бесплатно могу кое-что сделать. Вот. Да, вот эти две. А, вот еще. Нифига. Так это все бесплатно, что ли? Так. Получите кредиты. Так, 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 так. Стоимость. О, нифига себе. Недоступно. А, нужны бабки, ребят. Нужны бабки. Угу, я понял. Так. О. Купить набор. Ёлки-палки, ребят. Это все за бабки. Вот разводилки, а, вот разводилки, ну молодцы, молодцы, ладно, так, побежали, ладно, побежали к брюсику, так, прыгать я не могу, ударить я тут рукой тоже не могу, так что ладушки, бежим просто к брюсику. Неплохо, Камала. Ксюс. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Джарвис? Поиск начат. Момент. Момент. Что-то не так, доктор Беннер. Как не так? Фигово. Боже, мое нейронное подключение повредилось во время аварии Химеры. Ой. Это особая технология щита. Без нее у меня нет доступа к глобальной базе данных. Ух ты. Щита? Ну, давай позвоним Марии. Марии Хилл? Она сейчас возглавляет щит. Вроде того. Никто не знает, что с директором Фьюри. Как по мне, так только Хилл можно доверять. Брюс, рада тебя видеть. Я встречалась с Халком и не думала, что увижу тебя снова. Да. Прости за тот случай. Халку тогда было непросто. Не надо извиняться. В тот день у всех нас рухнула жизнь. Рада, что Мстители снова в строю. Ну, не совсем. Привет, Камала Хан. Пока нас только двое, но мы пытаемся найти мистера Старка. Так, Мария, нам нужно нейронное подключение. У вас наверняка есть. Все наши средства захвачены АИМ, а агенты в бегах. Ого. Но, кажется, я знаю, где можно поискать. Оба. Отправляю вам координаты на штабной стол. По пути расскажу подробнее. Запускать двигатели Квинджета, сэр. Какого Квинджета? Блин. Фига себе, это что такое? Ух ты. Чтобы направить Квинджет к следующей цели, подойдите к штабному столу.
Общий сбор. Координаты, которые нам предоставила команда Хилл, указывают на объект в далекой тундре. Я поставил отметку на карте штабного стола. Это же Российская Федерация. Задания, которые особо важны в деле против АИМ, я пометил знаком Мстителей. Счел, что это будет уместно. Так, да. А другой ничего нет, подожди. Я выйти-то не могу, кстати. Снега и льда. Угу. Покрывающая территории этой бывшей Советской Республики скрывает множество тайн, в этом числе следы когда-то действующие здесь агентуры щита. В некоторых заданиях вы встретите противников с особыми умениями и способностями. Угу. Рекомендую внимательно ознакомиться с модификаторами заданий и после выбрать соответствующую тактику. По нашим данным, в этом регионе солдаты АИМ используют криовооружение. Советую вам выбрать морозостойкую экипировку, чтобы повысить шансы на успешное выполнение задания. Ничего себе, какой-то гений. Так, R2. Так, модификатор заданий. Метель добавляет ледяные опасные зоны, увеличивает урон холодом для игроков из всех источников. Давление. Во как. Понятно. А где эти модификаторы-то взять? Так, уровень мощи задания. Сложность. Ну а нам что, куда деваться-то? Так, подбор игроков позволяет другим пользователям присоединиться к вашему штурмовому отряду Мстителей. Повторяющиеся герои не могут находиться в одном отряде. Понял. Понятно, так она как еще и сетевая маленько. Вы знали, что он все это время был там? Конечно нет. Ага. Думаю, вы просто хотели прокатиться за рулем. Нет. Нет. Хм, и кто будет рулить? Доступен новый герой. Общий сбор. Выбор героя спутника. Список доступных героев. Ну вот. Халк. Уры мощь. Так. О. И Камала. И что делать? Ну. Так. Подключение отсутствует. Сетевое задание. Сюжетное задание, сложность нормальный. Так. Ну. Поехали. Так, приглашение друзей. Все, спутник Халк. Ладно, Халк, нам надо найти нейронное подключение. Я играю за Камалу. Может быть, мистер Старк сможет разыскать записи того, что случилось с Кэпом. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Хм. Интересно. То есть, получается, Халк спутник, а я типа основной. Ну и ладно. Шкафчик для снаряжения. А ничего нету, ребят. О, как все плохо. Так. Штурмовые отряды. Бумс. Ну все, я уже понял, что это штурмовой отряд у меня вот из этих товарищей состоит. Я открою вам доступ к закрытой частоте щита. Она приведет вас к бункеру. Стойте. У меня помехи. Что-то внизу блокирует датчик. Надо выяснить, что. Ну, началось. Сделаю. А Халк где? Присматривает к ним Камала. А пока нашел пункт, но... Так. Ну, я так одета. Командор Фил, прием! Не по-летнему. Нет связи. Видимо, теперь мы сами по себе.
Понятное дело. Ничего страшного. Я приведу вас к их генераторам помех. Так. Смотрите, это десант АИМ. Какой? Где он? Крушить АИМ. Халк, ты давай это... Погоди пока. Крушить тебе. А вот это что такое? Это что же какой-то этот? Опа. Есть контакт. Опа. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Да вы что, и правда, кто этот? Блин, да тут, ребята, много кого. Так, ценный противник. Там вообще база конкретнейшая. Внизу-то поменьше, ребят. Так, это что такое? Так, это сломать можно было. Я не могу войти в их систему с такого расстояния. Да никто и не просит это сделать. Сейчас погоди, мы тут освоимся. Вообще, мы где находимся? Опа, паркур-то наш. Халк только прыгает. Ой, а там, наверное, смерть, нет? Мы их сделаем. Угу. Вам нужно устранить источник помех, чтобы выяснить местоположение бункера. Так, я понимаю. Прошу это. Прошу прощения, продолжайте. Там вот красные точки, ребят, там явно враги. И как до них добраться? Вот давайте сходим к врагам. Опа, вот и как добраться. Оу! Вот они. Ай, батеньки, вы не думали, что я буду такой большой? Пошли в баню. Ты чё, совсем обдурел? Ой-ой-ой, нас атакуют. А, он меня заморозил. Падла. Халкендер. О, как я ему вмазал, да? Он аж ошалел. Ой. Капец. Мужику настал капец. Фу. Молодцы, да? Ну, было тяжеловато. Так. Так, так, так. Хорошо, с этими мы справились. Так, вот эти зеленкие штучки, это что они нам дают? Ничего не дают. Так, это до Халка. Это Халк, это зеленый. Зеленый это мой. Зеленый это мой. Так, если бы я вот так ударил, был бы взрыв, да? То есть просто... Ой! Это что такое? А что такое было? Капец, меня подморозило, ребят. Децл. Ой, а вот что-то нашел я. Ага, хорошо. Так, ладно. Ух ты. Ну что, Российская Федерация, не ожидала ты, что у тебя вот так вот противники будут шариться? Опта, почему-то я не допрыгнул. Так, я понял, что туда. Но вот там тоже что-то есть. Давай-ка сходим и туда тоже. Может, туда почти допрыгнули?
потом убежали. Оп-оп-оп-оп-оп. Угу. И что тут? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Подожди, Халк, подожди. Так, вот какая-то штука. Оп. Есть, взял. Ага, уру какой-то я взял материалчик. Отлично, отлично, ребята. Хорошо, прокачиваемся. Ух ты, еще, 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 еще. Так, ну тут явно ничего я не сделаю. То есть тут, короче, мне просто надо было взять вещи, да? Угу, отлично. Оба, оба-на. Хорошо. Потихоньку к Камале начинаем привыкать. К ее сверхспособностям. Так, ну она должна уже должна была замерзнуть, но... Пока еще целая, это хорошо. Так, тут что-то есть. Так. Ага. Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Странно. Так, он нам показывает туда, я понял. А тут-то что такое? А, тут опять эта вся фигня, да? Чисто материальчики. Хорошо, хорошо. Материальчики-то мы сейчас возьмем, заберем у них. Это наши, наши, наши. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Да, вот он. Чуть-чуть до него осталось. Вот он, катализатор и материал Уру. Угу. Так. Халк, давай спокойно. Не гунди. Все нормально. Так. Склады. Угу. Интересно, что внутри того здания? Если вам интересно, где-то должен быть внешний механизм, открывающий эти двери. Точно! Какой-нибудь переключатель. Халк, хочешь осмотреться? Хм. Оба-на. Круто я взял. Да? Так. Не залезьте. Так, нам куда? Нам туда. Ну и как раз там, я как понимаю, там и склад какой-то, да? Опа. Ой, ё-моё! Хитрить, колотить. Это ж надо было так фукануть-то, а? Как всегда. Взял, упал не в подходящий момент. Так. И кто здесь у нас? Кто, кто, кто? Угу, это дверь, она закрыта. А, ну все правильно. Мы только что же увидели про дверь, которая закрыта. Говорит, рядом должно как-то должно открыться. Впереди Аим. Так думаешь, проскользнем? Да. Или не будем? Какой Аим? Давай искать, как дверь открыть. Угу. Так. Опа. Залезли-то мы залезли.
Вон какая-то штука. Вот он, да. Иди туда, встань. Ладно, я сам. Все. Давай посмотрим, что внутри. Отлично. Фартануло. Мы нашли что-то. О, жилет холода. Вот это нужно тело. Дело. Сейчас мы тут все это разломаем сперва. Так. Теперь что нам надо? Снаряжение. Сравнение снаряжения. Ага. Хорошо. Так. Камень Норд. Дарт золото. Так. Вот они. Это... Во как. Боевой рейтинг. Хорошо. Старс. Так. Отлично. Вот жилет холода где-то тут должен быть. Вот он. Отлично. Супер. Супер гуд. Все нормально. О, все, мы прокачали нашу камалку. Так. Вообще, ну нормально она подкачалась. Вот теперь точно всем хана. Пошли. Теперь им придется плохо. А им здесь. Да это и так понятно, что он здесь. Вон и ребятки бегут. Да, это мстители. А вы думали, кто тут еще? Ой, ребятки, ну я чё? Халк, тебе помочь? Рядом должен быть ящик с оборудованием. Вот заколебал-то, а. Вон там еще один чувак бегает. Че, где он? Все, хана ему. Добивай, ухал, добивай. Ой, ё-моё, я ему с ноги дал. Так, ящик с оборудованием. И где он? Как его нам увидеть-то? А, вон, наверх. Угу. Точняк. Что-то тут не то, ребята. Зачем эту штуку сюда повесили? Ох, я подлетел. Есть. Жилет какой-то. Так. Ну, это точно. Я тут ничего уже не возьму. Так. Эй, блин! Клуша! Ну ты куда упала? Блин, обидно. Там еще выше можно было добраться. Так, погоди. Угу. Во. Да, блин.
Так. Ладно, фиг с ним. Потом разберемся. Пошли так пока. Погуляем ножками. Плохо дело. Почему? Я смогу. Ты так не пугай меня. Почему плохо дело-то? Так, там кто-то есть. Опа, видишь, как мы эту пушку легко раздолбали. Ты боялась. Угу. Так. Нет, там, блин, туда только с этой штуки попасть. Я по-другому тут не допрыгну до нее, да. Это точно, блин. И что делать нам? А хочется ведь туда заглянуть, ребята, что там такое? Так. Ой! Ой-ой-ой. Перекачай давай. Стрелять меня. В камалочку. Камалочку давай перекачай стрелять. Ой-ой-ой. Отлично. Эй! Вас издаст Камала Хан. Я этого вообще не понял. Вот что сейчас было, Камалка? Я почти запрыгнул, что-то там взял. Да вы что творите, издеваетесь, что ли? О, там какой-то хрен есть, смотри. У кого-то там чувака был вопрос знак. Где он? А, вот он. Они что, появляются, что ли? Бумк, бумк, бумк. Это что с ним такое? Фу. Ладно, мочканул его Халк. Так, не понял, что это такое было, но вот я не могу понять, почему он туда не запрыгивает она. Такое ощущение, что мне где-то надо здесь залезть и сперва. Угу. Угу. Берегитесь, здесь плохие парни. О, точно. Все, вот так вот надо было залезть. Так, отлично, все-таки я взял это. То, что я хотел. Но с большими неприятностями. Опа, там кто-то летает. Там кто-то летает. Так. Ай-яй-яй, они летают. Ай, гуттаперчевая ты моя. Ой. Японский бог, это что такое? А, загрузка. Ой. Это мститель. Мисс Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности АИБ. Помогите мне попасть к этому узлу, чтобы устранить блокировку. Это мститель. Хороший футбол, хороший. Прям молодец. Я тебе, знаешь, я бы сборную России тебе по футболу взял. Что такое? Что случилось? Все, понял. Так, кто-то моего Халка обижает.
Эй, нахалка, и на меня бочку не катите. А то я вас накажу. Ну, что-то вы слабенькие какие-то, ребятки. Еще и кидает что там в Халка. Все, еще один отпал. Молодец, Халк, молодец. Сейчас я подключусь тебе. На тебе, кия-кия. Так. Ой, блин. Че, Халк, что нам тут творить, делать? А, все. Ух ты. Че случилось-то? Возрождение ограничено. Что-то мне это не нравится. Че за фигня? Задание провалено. Почему? Так, отыщите объект АИМ. Я его нафиг отыскал. Ой-ой-ой, мимо. Ой. Так, а почему в прошлый раз? Мне такое ощущение, что какой-то был баг, потому что... Нет, вот опять что-то началось, смотрите. Что здесь нужно сделать-то? Это мститель! Мисс Хан, сигнал щита блокируется узлом безопасности АИМ. Помогите мне попасть к этому узлу, чтобы устранить блокировку. Так, Халк, нужно попасть к этому узлу. Поможем Джарвису. Ох, черт, плохо дело. Ну, Халк пусть дерется тогда, я тогда бегу. Угу, отлично. Так. Куда идти-то тут? Капец, ребят, я-то думал, тут что-то есть. Капец. Что здесь нужно делать-то? Ну я не понимаю. А, мне стоять надо, я вижу проценты. Все, я понял. Мне нужно удерживать точку. Отфильтровываю шумы. Постарайтесь не отходить от узла системы безопасности слишком далеко. Капец, Халк, давай помогай мне. Вот, теперь я понял все. Не надо было этот, как его. На тебе. На тебе. На тебе. Я Халку врезал. В процессе. Будьте добры, не подпускайте бойцов по инку злу. А я что делаю, мне? Капец. Запас воли. Окей. На тебе, не достаю. Капец, ребята. Я почти перехватил управление узлом системы безопасности. Давай быстрей. Мне надолго не хватит. Ай. Давай, 94%. Этих противников необходимо обезвредить. Что случилось?
Время поражения. Давай, Халк, спасай меня. О. Ох, господи, я замолчал, потому что, ребята, меня эта драка просто уже выморозила. Все. А вот так вот, смотри сейчас. Пошел в баню. Подлюги, а? Так, этот люлейки баба получил, но еще встанет. Уже не встанет, так. Есть. Фу. Капец. Мы что, сделали это? Теперь вы должны поймать сигнал. Есть сигнал. Фу. Датчик должен вывести вас к бункеру щита. Идем на бис. Понятно. С командором Хилл по-прежнему нет связи. Ладно, постараюсь не психовать. Пойдем, а то тут холодно. А ты вообще мерзнешь? Так, сведения неоднозначны. 134. Я справлюсь. Так, 102. О, идем сюда. Фух, отыскать этот бункер щита оказалось труднее, чем я думала. Капец, да, ребята, драка была жестяночка. Так, мы рядом. Так, я вижу какую-то коробку. Окей, возьмем ее. Хорошо. Так, 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 так. Эй, Джарвис, как думаешь, Аим тоже ищет этот бункер? Весьма правдоподобное предположение, мисс Хан. Так, 44, 40, 35, 28. Мы рядом. Мы уже близко. Что-то видишь? Да, вижу. Я вижу какую-то штуку. О, бана. Нифига себе, что произошло. Отлично. Будем надеяться, нейронное подключение там. Совсем скоро ты будешь в порядке, Джарвис. Благодарю. Довольно неприятно без мгновенного доступа ко всей информации в известной вселенной. Без интернета фигово, да? Опа. Ух ты, блин, нифига себе. Круто. О, мы вниз поехали. Каково это? Оказаться без связи. Это как потерять память? Не уверен, какая аналогия будет точнее. Скорее, как если бы от вас закрыли целую библиотеку. О, как когда Ами отключает Wi-Fi. Точно. Я же говорю Wi-Fi. Интернет. Ой. Ого! Ты только посмотри, сколько всего. Надо скорее искать. Так, и что мы тут ищем? Тут света нет, ребят. И темно. Ага, он загорается автоматом. Так, сходим пока сюда. Поломаем ящички. Ага. Рядом расположен ящик с оборудованием. Ох, все ты знаешь. Вот так вот, да? Это хорошо. Тут даже два ящика. Отлично. Ух ты. Супер-пупер, дропер-мупер. Так. Так, 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 и чё тут, чё тут?
Ого. Еще ящики, ребята. Ой-ой-ой, как тут хорошо. Так, и еще какая-то дверь, ребятки. Хия! Двойной удар. И все. И шикарно, все шикарно. Так. Ну да, теперь все нормально, да? Так, я вижу, куда нам надо идти. Ну давайте поверху еще пробежимся. На всякий случай. Да? Случай правильный. Тут еще есть что поломать. И еще есть ящик. Шикарно. Ящик щита. Так, а это что такое? Дай-ка я его издалека ударю. Да, я был прав. Это проценты, наверное, да? Блин, ну паркур у нее прям в душе, да, ребят? Такая она, паркурщица конкретная. Так. Отлично, все взяли, да? Так. Бэннер назад не становится Бэннером. Бэннер не становится Бэннером. Вот это да, веселая поговорка. Так, давайте тут тоже все озыркаем. Ну, в принципе, я все обошел. Нейронное подключение где-то рядом. Лена, нашел его. И? Что происходит? Полагаю, сработала секретная система охраны щита. Обнаружен мститель. Привет, ребята. Вот и свиделись. Ник Фьюри. Фьюри. Вы это слышите? Значит, случилось худшее. Конечно. Меня нет. И сейчас вы нужны мне как никогда. Я предвидел падение щита. И позаботился, чтобы он восстановился. Это протоколы щита. Угу. Щит был создан для защиты мира. И в такие времена, когда исчезает надежда, мы не должны падать духом. Я вас очень прошу. Доставьте протоколы моему заместителю. Вам помогут восстановить щит. Удачи, мстители. Угу. У меня все. Хорошо. Это был директор Фьюри. В смысле, директор щита Фьюри. Протоколы, о которых он говорил, должны быть внутри. Угу. Сейчас мы подожди, пока все скроем. Давай кейсики. Отлично. Ой, тут, ребят, кейсов-то сколько, посмотрим. Начните загрузку протоколов щита. Щит. Ё-моё, это что такое? А Халк сюда не пошел почему-то. Чё он не пошел? Ну и фиг на него. Не хочешь, пусть не идет. Так, а чё, она какой-то пароль знает? Вот это да? Так. Ой! Ой, ёпта. Вас выследили. Пытаюсь загрузить протоколы на защищенный сервер. Японский бог. Нужно доставить данные на Химеру. Сможем их сдержать? Да я... Биг-барабум. Сейчас вам, ребята, будет биг-барабум. Ты куда там, букашка, свои лапы? А, их много? Их много, ребят. Так, ладно. Еще кто-то? Блин, они стреляют. Падлы. Да я уже заколебался вас бить сегодня. Сколько вас можно бить-то?
Так. А вот и твое подключение. Отлично, Халк. Дашь гамма 5? Пора свалить отсюда. Так. Подключение отсутствует, да. Так, оценка задания 80. Угу. Так, ну ладно, 80. В принципе, из 100, наверное, не совсем плохо, да? Это хорошо. Так, и чё, куда, куда? Давайте отсюда свалим. А, у меня 5-й уровень мощности он. Logon Play. Так, информация. Ой, ладно, не будем. Не будем залазить. Так, пока загружается у нас все. Идет загрузка. Хорошо. Опа. Нейронное подключение успешно установлено. Отлично. Теперь я могу получить доступ к базе данных. Ой, как хорошо. Хилл изучает обнаруженные вами протоколы счета. Тебе лучше, Джарвис? Похоже, все системы работают как надо. Угу. Прекрасно. Вы не представляете, как много это значит для меня, для счета. Спасибо, Брюс. И тебе, Камала. Теперь я смогу воссоздать щит. Если вам что-то понадобится, дайте мне знать. Теперь мы будем видеться гораздо чаще. Жду этого с нетерпением, директор. И хочется встать по стойке смирно. Нет, не стоит. Удачи вам обоим. Джарвис, отлично. Сможешь разыскать нам Тони? Это займет некоторое время. Но я должен отыскать мистера Старка. А пока что я нашел кое-что в комнате вред, что может заинтересовать мисс Хан. Что? В комнате виртуальной реальности для единоборств. Мстители использовали ее для тренировок. Ого! Звучит просто супер. Однако должен предупредить, что система работает немного нестабильно. Это опасно? Вероятность увечья невелика. Всего 0,001%. Ладно. Верю на слово. Ау, ребят. Наверное. Какая-то штука у нас такая. Находится на нижнем уровне ангара. Спасибо, Джек. Понятно. Ну ладно, ребят. Спасибо за просмотр. Я схожу пока в комнату и узнаю, что там, как дела обстоят. Ну и дальше, видимо, мы Джарвис, когда подключится, найдет Тони, и мы продолжим эту миссию. Всем пока. До свидос.